Автостоянка на 13-й Фонтана существует абсолютно на законных правах. Есть решение исполкома, абсолютно согласованная схема расположения контрольно-пропускного пункта именно наверху. Действительно, некоторое время назад один из активистов, из общественника подал в суд в Приморский и выиграл по поводу... Суть вопроса такова, что необходимо перенести контрольно-пропускной пункт сверху вниз. Мы, естественно, против, подали моментально апелляцию и обусловливаем это тем, что в прошлом периода действительно контрольно-пропускной пункт находился внизу, тем самым давал возможность автовладельцам некоторым парковать свои автомашины на спуске и на Фонтанской самой дороге. И тем самым возникали пробки, возникали дорожные заторы, конфликты бытовые и провокация дорожно-транспортных происшествий. Из этого было принято разумное абсолютно решение, которое поддержал нас член исполкома, о переносе автоматического въездного и выездного терминала на верхний участок съезда на парковочные площадки. Автостоянка работает на данный момент в нормальном режиме, абсолютно законно. И прошу автовладельцев соблюдать финансовую дисциплину и правила постановки автомобилей согласно изготовленной и согласованной схеме на данной территории.